Всем привет, всем доброе утро, я с Украины. Ребятки, обязательно жмите колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о моем новом видео. Сегодня очень хороший день, я вам желаю хорошего мирного неба над головой. Сегодня приезжает Ника. Я сейчас еду к ней, буду ее забирать с вокзала, и мы уже будем путешествовать по магазинам. Так что оставайтесь с нами, всех люблю. Погода ужаснейшая, вообще ужаснейшая, дворники не успевают даже работать. Вот постоянно вот так вот, вот такая у нас погодка. Сейчас еду к Нике, Ника должна уже меня встречать. Жду Нику на вокзале, на автовокзале, ребят. Дождь вроде уже прошел. Не знаю, когда она там подъедет, в общем, сижу и жду. Я раньше приехал, надо быть пунктуальным. Сидеть и ждать. Голодный, кушать хочу. Кошмар. Вообще ужасно хочу есть. И тут стоит такой ларек вкусный очень, еды. Я думаю, сейчас Ника приедет, и мы поедим. Жду уже полчаса, Ники до сих пор нет. Но пока ее нет, я сейчас воспользуюсь моментом и почитаю вам комментарии, которые мне пишут. Написала мне девушка: Женя, может, я лезу не в свое дело, но напишу. Ника права, почему вы живете не вместе? А как ребенок появится, вы тоже на два города будете жить? И твой сын будет тебя только по праздникам видеть или как? Нормальные люди живут вместе. Ну, я с вами согласен, нормальные люди живут вместе. К сожалению, сейчас получается только так. Пока так, еще выход четко не нашел. Но пока все так. Я понимаю, что это не совсем нормально. И я вас понимаю. Серьезно. Но, к сожалению, не выходит только так. На сегодняшний день. Надеюсь, далее будет совсем все проясниться. И совсем все будет по-другому. О, и Ника идет. Ура! 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 Вероника! Вероника приехала! Ничего себе! Ура! С пакетами. А что ж ты там понабирала? Ого! Ура! Привет! Чё ты такой довольный? Просто. Я что, не думал, что замерзла? Ехать прям до вокзала, а он почему-то поехал прямо. И мне пришлось от светофора идти пешочка. Холодно, да? Холодно! Замерзла, бля. А как ты думаешь, в юбке, конечно? Там написали комментарии по поводу, что тебя надо кормить молоком. Я знаю, я не пью молочный, я не кушаю молочный. Вот, ребята, вам ответ, она не ест вообще молочный продукт. А зачем? Я не знаю. Кормить беременную надо молоком, сказали. Молочные продукты я знаю, там творог, молоко. Ты не ешь? Я не ем. Она не ест. И рыбу надо кушать, которую я тоже не ем. Она тоже ее не ест. Нормально. Молоком кормить меня? Потому что я худая или почему? Ну, типа ты беременна. А, вообще, да, вообще нужно кушать молочные продукты. Вообще нужно, но ты никак этого не делаешь. И кушать рыбку, но я ни первая, ни вторая не кушаю. Ну, видите, какая она. Я есть хочу, я вообще ни хера не ел. Я тоже. Может, сейчас вот эти взять? Сосиска и розовые, помнишь, у меня брат? Но в машине неохота есть. В один момент. Значит, можно в Макдональдс ходить, если он там открыт, я даже не знаю. Кстати, можем сейчас в Макдональдс пойти. В Любаву поехали. Ну а что делать? Не знаю, что я хочу. Мне чего-то такого хочется. Что-то такое вкусное. Не знаю, я хочу какую-то. А что ты очки одела? А что? Просто так. Ты дождь же. Так я выходила, дождя не было. Не, ну у нее прозрачные очки обычные, поняли? Вот такие очки. Это не для зрения. Ну да, я понял. Они просто типа для имиджа, да? Я хочу... Ну ты мне не дашь кушать в машине такое. Не, в машине я не дам. А что ты хочешь? Да, а какая разница? Не, ну скажи, что может я передать. Ну я сейчас передумаю. Давай, я сейчас передумаю, скажи. Не, я просто... Ну скажи, что ты хочешь. Говори, я соглашусь. Ты не согласишься. Я соглашусь, говори. А как ты думаешь, что я хочу? Ну не знаю, говори, что ты хочешь. О, я замерзла. Я хочу... Ну я хочу то, что точно нельзя есть в машине. Ну говори. Чипсы? Нет. Фу. Чипсы это еще нормально. Чипсы. Кофточка? Ну, хотя бы в комбинезончике нормально. Ну, нормально. Грудастая. Тут не видно. Тут не нитки. Видно. Что, собака, блин, ну, лазит? У меня собака дома. А ну, что, ну, я хотела шаурму. Шаурму?
мне так хочется острую с майонезом. Шаурму? Ну тогда мы в Макдональдсе не поедим, если я сейчас здесь куплю шаурму. А ты что хочешь? Я хочу в Макдональдсе. Я бы сейчас Биг Тейсти большой бы взял вкусный. По Биг Тейсти. Не хочешь Биг Тейсти? Что же мы будем делать с тобой? Ты ела Биг Тейсти вообще? Да. Ну, не нравится? Женя. Давай, думай. Ну, думай. Кто кому будет уступать, ты мне или я тебе? Ну, поехали, поехали. Не, ну хочешь, я тебе возьму. Не, ну ты же там потом смотришь. Хорошо, хорошо. Не, я тебе возьму. Брать? Ну, как это будет выглядеть? Ну, ничего, поешь здесь, а там просто кофе попьешь. Я буду кушать, а ты будешь голодная, а там ты будешь кушать? Или что это будет? Ну, ладно, поехали. Ладно, все, ребята. Едем, блин, в Макдональдс, значит. Да я не знаю, может сюда, на этот Макдональдс, блин. А какая разница? Я фиг его знаю. Не, ну мы просто можем в Любаве похавать. И посмотреть как раз вещи, может, там, ребенку. А тебе в Любаве больше нравится? Это мне было просто, я не знаю. А, мне писали, надо говорить не ребенку, а сыну. Да, я тоже. А это ты мне говорила, да? Не ребенку, а сыну, да. Ну, она не говорила нужно, она тебе просто посоветовала, что можно вместо ребенка говорить сына, сыну, сыночку. Угу. Да, такое. Буду говорить, значит, сыну. А тебе не нравится такое? Нравится. Ну. Ты что, я тебя не снимаю. А ты не хочешь показываться? Это вопрос года, да? Угу. Или хочешь? Я так гадости много слышу о себе и без того, да? Что я показываю, да. А потом мне еще надо добавить, чтобы я начала показываться, чтобы все вообще нашли самый главный повод рассказать, какая я не такая. Угу. Я же так умнительный человек, расстраиваюсь. Они так находят. Ну хорошо тогда. Ну когда что, ты же покажешь свое Конечно, лицо? Конечно, но придет время, да. Когда постареешь? Да ладно, я шучу. О, смотри, какая машина. Прикольно. А что за Блин, сколько? Марка? Не знаю, я не заметил. Черно-желтый. Я на твои ноги смотрю, мне не на машину надо смотреть. А что с ногами? Ну, красивые. Сколько комплиментов. Ребята, видели бы вы ее лицо. Ну, мы отвыкли уже с тобой от этого. У нас уже с тобой семейная жизнь, уже не такая. Нету комплимента, да? Уже не та жизнь, ты, как ты раньше. Ты же не говоришь мне постоянный комплимент. Угу, понял. Если я услышу там раз в неделю, это уже хорошо. Угу. Окей. Угу. Ладно, поехали. Ладно, поехали. Это наша сода, в которой мы постоянно... А что ты там кушал постоянно? Где? В соде. А ты по-разному брал. Я брала там постоянно картошку. Понимаешь, что-то возьмем. Блин, у меня и дворники не останавливаются, постоянно фехарят, как это. А это плохо? Тут еще плюсил, наверное. У нас машина жесть, блин. Она покупает. Ой, блин. А ездить не умеет. Ё-моё. А ты срала? Ты... У тебя же есть права? Не, я без прав еду. Ну, ты мало шо? Ли. Конечно, а на некоторые, я тебе хочу сказать, ездят и по 5 лет без прав. Ну, ты же надо такое сказать, ребят, вы слышали? А у тебя вообще права есть? Да ё-моё, ну что ж ты, блин, стоит, блин, лезет. А ты сразу сдал на право с первого раза? Любавка наша. Не, не платил. Я. Ну, какой ты молодец. Я старался сам, да. А ты лучше сдал практику или эти? Да ё-моё. Или правила? Я? Ну да, вождение или правила? Я все сдавал, да, да. Дороги. Я на компьютере сдавал и реально сам сдал. И что, хорошо, да? Да. А там оценка или? Там 3 ошибки дается. Дается 3 ошибки, я реально сдал. Прикинь? Я 2, по-моему. Да, 2. С первого раза сдал. Я знаю, многие не сдают. Зачем меня мацать? Ребята, она мне предлагает меня мацать. Мацать, это как? Трогать? А, так, блин, не работает. Прикинь, не работает. Так не работает эскалатор. На самом деле. Куда идем? Ого, так на 4-й этаж. Лучше тогда, блин, на лифте подниматься. Она прям затошнит. Сенсей. Я хотел на Макдональдс пойти. Да. Ты посмотри, сколько. Ё-моё. Класс. Я не знаю, кого будем смотреть. Надо посмотреть.
Да ё-моё, блин. Алло. Не знаю, кому ты будешь покупать. Так это, знаю, так это уже еще... А, так здесь вообще на самого маленького есть. Я не знаю, сейчас посмотрим, что здесь есть. Мне кажется... Да? Ё-моё. Ну да ты еще не была, блин, в этом магазине. А где ты был? Не. Я, кстати, тоже сюда не заходил. Вот это единственный магазин, в который я еще не заходил. Детский, это что-то они живут. Ну это для... Это для маленьких, кстати? Да. Это 0 месяца, видишь, здесь написано? От 0. Класс, вот это да. Вот это... Блин, я не знаю, если честно, я такая тупая, я... Да? Не было. Я не знаю вообще, что такое. Это ты мне должен подсказывать. Так и что, в мое время у Лерки такого не было еще, поверь. Вау. Какие-то медвежата. Посмотри, какие медвежата, красавцы. Боже, какая красивая игрушка. Красивая для девочки такой, да. Ну, для девочки, да. А вот для мальчика. Ну, для мальчика. Голубенький. Блин, пипец. Вот, целый намор для пацана. Ника, смотри. Вот это классная штучка. Ты это что, когда, покупаешь? Когда он спит, а так. Да. Тебе говорят, денег много. Да? Да. 400 гривен. Слышишь, а если родиться вот такой вот темнокожий, что ты мне скажешь? Интересно. Женя. Да ладно, я шучу. О, это уже для... Вот эти вот классные. Развивающие. Угу. Вообще. Ну, кстати, на тебя похоже чуть-чуть. А вот это на тебя? Да, вот это на меня. Я сердце. Развивающие всякие штуки. У меня на работе такое было. Блин, класс. Ну, очень много, блин, разных все игрушек. Что хочешь, да? Можно кататься. Ну, тут именно зашли, блин, в детский магазин. Ника. А мне хотелось посмотреть, какое оно, что оно. Вот это 10 месяцев, видишь, все пишется. Да. На какой возраст все. Да. Что это такое, только не... А, это, наверное, на пальцы надеваешь, да. И, типа развлекаешь. Это... Кто это? Для мальчика. Типа, это кран? Это как бы, да, это типа крана. Ну, это все пацанячи. Блин, я в шоке. Вот это, да, вот это для мальчика, наверное. Да, это все для мальчика. А тихо, машина. Боже мой, сколько их, ё-моё. Какие хорошие, да? Что было в твоём детстве, скажи, что? Вот смотри, все, что хочешь, вот всякие там, кто это такой, не знаю. Блин, ну, да, ну ты будешь игрушки сыну выбирать, я не буду, я не разбираюсь. Ну сейчас более военная, наверное, тематика пойдет вот его. Вот этих машинках, ты прикинь. Ему надо, наверное, военную уже такую покупать. В моем покупать. Детстве только ее было, вот эти лизу в баночке. Угу. И карта. В моем детстве то. Не, ну у меня были какие-то. О, вот. Вот малой, когда вырастет, ему уже такие вот винтовки надо покупать. Даже на настоящий. Ребят, моя любимая игрушка — это мандалорец. Он еще такой этот. Глаза такие красивые, черные. А мы резиновые, ну попробуй. Да, прорезиненные вообще. Да. Такой мягенький. Какие классные. Игрушки гнутся. Вообще пипец. Он еще на какой-то этой. Он на какой-то фишке, видишь? На пульте. А может он ходит там, не знаю, что-то делает. Ходит. Блин, ребят, закрыт Макдональдс. Ну это же надо. Ты уже 4 раза сказал. Да ну, блин. Я так хочу просто есть, что пипец. Я не знаю, я надо было сразу поесть, блин, что надо было на Макарта заезжать. А я вообще еще с вокзала хотела все. Да, закрыт, ты видишь. Животик. Что же? О. Видно уже? Не, судой, ну, не, ну видно, да, вообще вот так вот видно. Я тебе покажу, смотри, какие курточки. Смотри, какие курточки. Посмотри, красный, так она тоненькая. Так именно сейчас вот она нормальная, ее ходить носить. Красная и пошла. Ну не красная, блин, никакие хочешь. Но можешь красный. Да не, белая это сильно. Вот она... кроссовочки. Вот кроссовки, вот это. Ну, не хочешь померить? Ну красная мне не нравится. Ну под что мне надевать красную? Не знаю. Волочка прикольная. Я так хотела себе. Посмотри сейчас спортивки себе. Тебе надо спортивные штаны по-любому. Ты как у папа мой, тоже лишний раз ходить не буду, да?
Вот C отдел, блин, да, все такое красивое, ё-моё. Штаны? Штаны? Это штаны? Это кстати, ты посмотри, штаны. Сейчас мы что-то тебе возьмем, Ника, по-любому. Возьми, померяй сейчас. Ника, сейчас не цвет, сейчас надо, блин, чтобы а тебе штаны для беременной, потому что у тебя нечего уже, у тебя вещей нету, ты пойми. Тебе по-любому. А ну. Ты чё? Нет, вот тебе красиво, Дуже, вообще. Ну, я тебе говорю, это такая классная. Ну, красивая штаны. Мне... Самые... Цвет уже красивый. Цвет. Ну что ты такие, не будешь носить? Еще есть обувь, тебе бы прикольно было это искать. Ну, цвет просто. Такой вообще бомбовый цвет, я не знаю. Мне нравится, что они расклешенные. А ну туда вперед пройди. Ну нормальные на попке. Красиво. Я не знаю. У меня уже живот такой здоровый. Да, тут сейчас видно уже. Я тебе говорю, тебе хорошо в этих штанах. Они не длинные? Длинноватые, да? Ну такая вот длина, я не знаю. В общем, ребят, ничего мы не купили, потому что там ни хрена нету, блин. Вообще ничего нет. Ребят, в общем, ни хера в магазине нету. Ничего не купили. И вообще одну воду купили, и все, и какую-то сладость. И едем теперь домой. Ну как едем домой? По мы еще ничего не ели. По шаурму, да. Потому что Макдональдс здесь закрыт. Видишь, Любавец, а когда я работает. Говорила, давай. Можно в Макдрайв заехать в Макдональдс. Ё-моё. Я уже настроилась на то, что она такая. Ну ладно, поехали в шоурму. Можно было в Макдрайве. Ну ладно, окей. Поехали. Ребят, несу вкусняшки для своей милашки. Ты даже не представляешь, какая это вкуснятина. Я попросил, как ты говорила, с этим. Как его, блин, с майонезом? Я николи никого не обижаю с майонезом. Понятно? Я говорю, та не-не-не, говорю, мне, говорю, девушка беременна. Я никого не обижаю, понятно, с майонезом? Я говорю, все-все-все, говорю, я вас понял. Очень огромный, большой. Mm. Не знаю, какой он большой, но в машине есть. Но... Жаль, ну что ж, обид. Ого, как ты, блин. Ё-моё. Блин, там майонез растекся. Мне кажется, что сейчас может вся машина быть. Ничего, хороший повод будет заехать на мойку. Сейчас ты покажешь, Уса, подожди. Иди сейчас. Сюда. Да. Иди. Что такое? А на кой черт тебе было яйца, если в тебе повний холодильник є яйца? Це вопрос. Ага. Зачем тебе? Ти заглядаєш, огірок іспортився взяв. Ну, купив огірок за дні. Я тобі эти купив. Мені? Таких. Голубці? Голубці. На, только їж, тому що я вчора купив. Спасибо. Ё-моё, ще хтось прийде. Колбаска. Пропала лук твой пропал, который ты себе покупаешь. Да. Ну, что ж ты нет? Да я тебе говорю, нахера не ем, блин. Вот, я, кстати, вот такой на такой перешел, ребята. А на, что это за йогурт такой? На Хугарден. На фи... Йогурт? Иностранный. Можешь попробовать. Дорогой, наверное. Хугарден? А с чем очень это? Вкусное пиво. Блин, я тебе говорю, он такой вкусный. А есть разные вкусы, кстати. Есть Хугарден? Вроде апельсин. Это вообще бомбовый. Он типа что-то такого, да, кстати. Пиво? Очень вкусно. Не такой, как пиво. А ну покажи, что ж ты принесла мне? Покажи. Сейчас, ребята, она вам покажет, что она принесла. Да. Жень. Это ж сама пекла? Ну да. Она очень вкусно, ребят, печет, короче. У и... просто нету. Все говорят, что ж ты так смешно, Женю. Ты покажи, что там две конфорки, две кастрюли, одна сковородка, а печки нету. Нечего готовить. Сейчас она вам покажет, какую красоту. И она реально сама печет. Смотри, они кексы. Такие вкусные. Ребята, у нее самые лучшие кексы, которые... Прям... Только я этот раз не с вишней, а с изюмом. Вишни они этот... С чем они? С изюмом. С вишней. Бомба. Может, и... Они как метан. Вот то, что в магазине покупают. Нет, ты точно ты печешь? Да. Или покупаешь? Да. Ну, нет, честно. Ну здрасте. Ну клянись. А ты сколько... Клянись. Клянусь. Ну они просто как магазинные. Да нет. Я тебе отвечаю, они как магазинные, Ника. Я думала, они вкусные.
Это не очень вкусно. И котлеты. Это мне капли. И котлеты. А, так ты приготовила зарисоваться, что ты что-то... Да. А, я понял. Она знала, что я буду снимать, думает. И котлетки. Я знаю, они у тебя должны быть вкусные. Ну, это не такие не куриные, как ты ешь, это другие. Ой, шоколадка, моя любимая. Это тебе мама передала шоколадку. Спасибо. Говорит, что это именно моя любимая шоколадка. Спасибо. А тут что? А тут это мне мука. Это я буду там делать. Угу. Это Женя не доел. Пахнет котлетами. О, манюня. Маленький бандеровец растет. Быстро растет уже, да? Я тебе хочу сказать. Раньше я не замечала, это я брала мясо на суп. Так а зачем ты возишь мясо, если его купить можно? А я захотела взять. Не только ж тебе покупать. Вот это ты тарабан. Ой, редиска. Редиску взяла и огурчики. Я так хочу редиски и огурчики. Спасибо большое, классно. Пожалуйста. Ну чисто все? Да. Видишь как? А я... зачем ты бумагу покупал? Бумага же есть. Это не я покупал, Макс покупал, когда люди ко мне. Оставались у меня люди, он покупал. И редисочку. Так что... Класс. Слушай, это у нас... О, кроссовок. Можешь ты взять. Не, я кофе не хочу. Горячий. О, это, кстати, вот, очень, очень вкусный хлеб вот этот. Вкусная такая. Тостовый. Так я же тебе покупал. Это? Это вкусный хлеб? Очень. Оно что очень сладкое. Оно вообще не сладкое. Mm-hmm. Весь прикол. Но я взял себе, я тебе не дам. А мне не надо, спасибо. Ну, хочешь попробуй? Я не хочу. Могла бы барменом работать? Барменом? Да. Я бы хотела работать флористом очень. Официантом сможешь? Да. Я бы хотела работать флористом или барбером. О боже, опять ты эту, блин, блогершу смотрит, блин. Пипец, смотрит эту фигню, блин, короче. Ну, постановки, ну я уже не могу, блин. Ну, сколько можно, блин. Я за, блин, контент нормальный. Не понял, Ника, какого хера ты мою пепси открыла? А ты меня, вы представляете? Нет, нет, мне надо есть чипсы. Одну, две, все, больше это не делай. Нет. Тебе нельзя. Нет. Ника, тебе нельзя. Я немного хочу. Нельзя. Нельзя. Нормально на Пепси присел. Так, ты мне вообще-то сказал, я тебя попросила, купи мне Кока-Колу, ты сказал, что... Это Пепси под вискарь. Чтоб ты понимал, она под виски. Ты нормально зажрался, так Пепси под вискарь покупать. Ты ж не пьешь. Я не пью, я, у меня виски там и стоят. А чё? Я ни капельки не выпил, отвечаю, как стоят, так и стоят, клянусь. А зачем тебе Пепси под виски, если дело не пьешь? Ну вдруг не будет настроения или там тяжелый день. Выходишь, берешь, чуть-чуть делаешь себе коктейли и типа расслабляешься, понял? А ты ж чисто не лапнешь, я не видела, что ты делал. Ну ладно. О, вот брехун. Ты ж так не пьешь, ты ж не мешаешь. Не мешаю. А что ты все оставила здесь, Ника? Иди сюда, сейчас получишь. А ну иди сюда, быстро. Я тебе сейчас дам, иди сюда. Давай, давай. Это надо все убирать, блин. Ну ты прикинь, ты сейчас оставишь это все, это нахер испортится. Весь твой труд. То, что ты так готовил. Горячее? Какое горячее, блин? Два часа в Черкасах пробыли. Лишь бы лечь и нихера не делать. Ну я хотела кофе. Не, ну понимаю, попить. Беременная, но ничего не хочется, я понимаю тебя. Я тебе найму это. А. Человека, который будет. Я же беременная, это самая лучшая женская пора. Там, да? Да. Угу. А хорошо. Потом я а рожу... когда я буду беременной, бля? Интересно, я ощущаю. Я всегда беременный. Я всегда беременный, то зачем ты такой говоришь? А! Ты мне тут. Мне ребята, еще... присылать мне Ника комментарий вчера. Что, рассказать? За какой? О чем? Ты мне вчера... Я много еще про какие комментарии... Что ты мне вчера прислала? А я не знаю. Подумай. Я не помню, покажи. Подумай, подумай. Ты покажи мне, а я не помню вчера. Подумай, очень хорошо, да. Короче, у нас не общение в переписке, только одни коляски друг другу кидаем. Чтобы вы понимали, скидывает она мне вот этот вот скрин, ребят. Покажи, а, да. Скидывает скрин. Чтобы вы поняли, я сейчас вам покажу его...
Пишет мне Ника. В общем, здесь написано так. Привет. Типа от моего имени. Якобы я пишу как вот своей подписчице. Привет, давай сейчас нормально все разъясним. Ты ребенок и не понимаешь, что делаешь. Это типа я ей пишу. Но это незаконно распространять фотографии без соглашения владельца этих фото. Так что предлагаю тебе 1000 гривен за то, что ты удалишь аккаунт и не будешь выставлять фото наше с Никой. Ребят, ну насколько все сделано грамотно, да, очень, я даже красиво, фотошоп очень круто сделали. Ну, я жму руку. Молодцы, нигде никакой нету, как вам сказать, ошибки, очень круто сделали. Дело в том, что Ника мне пишет, скажи, что ты, блин, это ты, скажи, что ты не дал ничего, или это фейк скрин. Я начинаю смеяться. Я говорю, конечно. Но ты же сам поверил, ты мне потом сказал. Ну, она пишет, ну ладно, типа такое, ну мало ли ты душа у нас щедрая. Да. Я ей пишу, ты гонишь? Она мне пишет, ну откуда я могу знать, не знаю, то спрашиваю. И все равно, что ты мне пишешь, а как можно было фейковые переписки делать? Я не пишу, а как? Мне интересно, как вообще они делаются? Я не имела в виду, что... Легко, верхняя плашка вставляется. Ну, я могу объяснить, как это делается. Это просто верхняя... Я не то, что с тем, как? Ну, просто это... мне было интересно. Ну, это легко делать, это же фотошоу. Просто плашка верхняя меняется, и меняется моя фотография на другую. Они создают любой аккаунт, даже свой. На свой фото, на свой аккаунт загружают мою фотку, аватарку главную. Потом просто подменяют верхнюю плашку с моим видео, ну, с ником. Свою убирает, а мой подгоняет. Поняла? Фан, видеобэйби мне. Ага. Влад мне пишет. Жень, смотри, что такое пишут. Можешь их заблокировать. Я говорю, не надо этого делать. А что там такое? Я говорю, да они же там, люди кто-то верит. Я говорю, наоборот, пусть обсуждают. Я говорю, пусть верят в это. А, за эту страницу? Да, я говорю, наоборот, говорю, не надо никого блокировать. Пусть, я говорю, верят, типа. Он, а как это так сделали? Я говорю, что именно? Да-да. Ну вот. Текст прям. Я говорю, так как, говорю, умеют, говорю, жму руку. Так шо, блин, те, кто сделали, ну вы, конечно, партизаны, на самые настоящие, блин. Так там какая-то, я думаю, что там, ну, какая-то маленькая девочка. Не, ну понятно, что ребенок сделал.